Ну что я, блядь, могу сказать? Во время записи у меня просто все отъебнулось, и я этого не заметил. Это, блядь, очень обидно. Мы уже, ну, достаточно много прошли. И пугало, я не помню, на чем там. Запись, по-моему, остановилась на бочках с TNT. Потом у нас были различные платформы, кактусы, ну, короче... Блять, это вязкая жижа, ёбаная. Блять, я немножко расстроен, конечно, то, что так получилось. Это очень неприятно. Ну, если я проебу, я пробегусь и покажу, что там и как было. Как-то вот так. Но было очень неприятно, конечно. Я даже подрасстроился немного. Блять, по этой жиже очень медленно, но... Как сказать? Да, пиздец, как медленно. И ебать, 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 ебать. Ну, в любом случае... Момент проебан. Часть записи проебана. Ну, что поделать? Хотя бы что-то да есть. Уже хорошо. Да похуй, погнали по ЖЖ, по этой, по нефти злоебучей. Блять, ну то, что там дальше происходит, это пиздец, конечно. Блять, или похуй просто взять этот валун. Уебать об землю, вон, пусть он не скатится и все. Не, давай подальше пройдем все-таки еще. Я просто вот хочу сейчас туда вот докатиться, до этого чекпоинта, и показать вот сколько я прошел в общей сложности. Потом уже вернуться и продолжить. Но, скорее всего, даже я вот эти уже, получается, два видоса, которые записываются, вот второй, из-за того, что у меня запись отъебнулась, я, наверное, это разделю на две части. Чё уж поделать. И сразу две, наверное, залью. Ну, не сказал бы, что тоже сложно прям. Так ты нахуй не выкатывайся. Так, ну валун тут не пройдет. Ну, тут достаточно медленно. Ладно, побежали теперь вниз. Буду показывать, хвалиться, что, сколько, где я там набегал. Блять, я сначала испугался, что он покатился куда-то. Блять, а она достаточно длинная. Типа, not bad, not bad. Прям жирненько пробежали. Так, хули, я думаю, перепрыгнуть можно. Конечно, можно. А тут этих поебальнику получал. Вот так вот. От пугаль. Ну, реально, такие достаточно длинные локации. Вот это у нас были вот эти пугалы. Потом вроде бы у нас были как... А, не, шипы были с этими... С арбалетами, точно, да. Это мы тоже прошли. Блять, вот реально очень обидно, что... Проебалось это. Сейчас стрелой по тыкве еще, блядь, получу, я уверен.
Хотя не, вроде он мансую спокойно. Вот это мы пробежали. Давай, хоть одна по ебальнику прилетит. Да, я думаю, нет. Вот, дальше кактусы были. Ну, блин, после кактусов... А, после кактусов платформа уже. Да. Это железобетон. Блин, вот честно, ради прикола я бы запустил этот валун туда. И посмотреть, как он будет там катиться. Но пока качусь я немножко нахуй с записью прохождения этой игры. Сизиф ёбаный. Блять, а по факту вот Сизифов труд, ярый пример, когда я сидел, играл, записывал, думал то, что, блять, записывал, а по итогу вот так вот обосраться и половину прохождения просто проебать. А, еще мы по болоту вот этому хуярили. Который вот этот хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. Но немножко тяжеловато из-за того, что постоянно камень, ну, вправо-влево водит. Фу, блять. Звук такой раздражающий. Блять, вот заметьте это раньше. Сука. Было бы, конечно, да. Просто, блять, половину видео проебать в никуда. Вот, и были у нас вот эти вот платформы прыгающие. Я, правда, не помню, есть ли после них еще что-то. Подкинешь меня? Кидай нахуй. Нихуя. Ну, короче, суть вот такая, ребят. Вот столько мы прошли. И до этих платформ, по-моему, все. Уже динамит, который попал под запись. И все. Все норм, короче. Самый пиздец, который я понял, теперь меня наверх хуярить. Блять. А я, сука, хорош. А я хорош, блядь. Могу, умею, практикую. Охуеть. Максимально тупые идеи. Сука, заебала нахуй. Самый бесячий вот реально мистер. Так на самом деле я даже не психанул ни разу, что удивительно. Вроде игра нацелена на сложное достаточно прохождение, на то, чтобы потрепать нервишки немного и так далее. Нет, на лайте спокойненько, все окей вообще. Блядь, мне до сих пор интересно, как зарабатываются эти монеты, голда, вот это все. Потому что, ну, реально интересно. Блядь, если вот без этого... Без шара проходить, без валуна, это прям, ну, в разы как бы легче. А, я как понял, мне стрелы даже по ебальнику не прилетят, потому что они, ну, не достают по высоте вроде бы. Вроде бы. А давайте ради прикола встанем. Попадет или нет? Не должен, он вроде по высоте этого херачит. Блять, сука, замантил. Давай вот сюда встанем. Да, по идее, не должны. Да, не достает. Охуеть. А если я подпрыгну? Блин, ну давай подпрыгну. Чё будет? Блять. Ну ладно, прилетает, прилетает. Но, опять же, тут фишка не в том, чтобы по мне прилетело, а именно по валуну. Да и похуй пляшем.
Ну да, без валуна тут легче, конечно, пробегать. Блин, музыка какая-то вроде лайтовая, и в то же время какой-то она вот, ну, напряг несет прям. Такая прям... Сук со смыслом. Заставляет задуматься. Так. А, ну это сейчас мы... Уже на полпути. Какой, блядь, на полпути? Уже прибежали, получается. И надо не забыть посмотреть на охуеннейший вид, который откроется нам. Если, конечно, ну, прорисовка и так далее позволит нам. Хотя, вроде бы, прорисовку и все остальное я поставил на фул. Я единственное отключил блумы всякие там. Вот эту всякую хуйню, которую я на самом деле не люблю. Для меня лучше пусть, но изображение будет почетче. И тем более я ненавижу всякие размытия в движении. Ну, момент истины. Смотрим. А что-то нихуя-то особо и не видно. Ну, главное, мы далеко прошли. И все. Это самое пиздатое. Блять, а мы успеем? Вроде успеваем. Блять, если по затылку сейчас эта хуйня прилетит, будет не очень. Блять, это ветер гоняет. Ёбаный свет. Опа. Тут, я думаю, сейчас чуть-чуть посложнее уже будет, конечно. Лень, блять, они меня жестко очень тормозят. Или нет? Или хуйня? Да, особое как-то сопротивление, ну, не ощущаю. Типа, мне норм. Вот эти вот суки, вот они сейчас подосрут, пиздец, как, потому что они резко дуют и просто валун нахуй сдуют отсюда. Вот. Все, можно идти спокойно. Эта хуйня взмахнула. Все, теперь сюда спокойненько. Вообще, ну... Типа, вроде без напряга все. Охуеть, ну мощно, мощно. В самом начале обсираться так жестко, а потом начать ебашить эти вот этапы разные с динамитом и со всем остальным, ну, как семечки. Хотя не, с динамитом, конечно, я подобосрался пару раз. Было не очень. Так. А ты же мне эту хуйню подтолкнешь, да, если что? И меня как раз. Блять, легкая. Она вообще даже, ну, не зацепила нихера валун. Чё у нас там? А дальше уже вот следующее. Так, да, мне немножко под... Ебать. Ох ты, блять! А ты беги, долбоебик! Тормози его нахуй. Хорошо, блять. Все, спасибо. Ебать, вот это сейчас миокарда чуть-чуть тюкнула, конечно. Да не, в принципе, норм. Его просто как-то, ну, бля, в текстуре заживало. Все, можно двигать. Прям за ним хуярим. Бля, плитчика красиво выложена. Вроде неровно, никакого такого прям... Шаблона нету, а узорчик есть и неплохой. Опа-па-па-па-па-па-па. Ебать, вот тут какая-то страшная хуйня, я смотрю. А что тут? А что вот это, блядь? Держи его. Блять! Уебалось.
Хорошо. Пока вроде норм. Пока. Мы еще подальше прошли. На похуй вот эти вот опахало. Блять, что вот это такое? Это просто тупо неровности, по которым, ну, чисто неудобно будет его толкать. Это грязь, что ли, какая-то ебаная? Тут, да ну нет, тут легко. Тут просто его вон катишь и все. Главное чуть это, ну, ровнее держать, когда надо, и все. Вот. Все. Легкая, блядь. Вот сюда, блядь, просто толкай его нахуй и все. Его, кстати, даже, мне кажется, можно вот тут, вот просто слева, ну, справа точнее, да, толкать и чуть-чуть иной раз влево подталкивать. И все. Так, блядь, мне кажется, или эта хуйня становится выше как-то? Вот эти бугры. Да. Несложно. Просто вперед толкать и все. Мне кажется, отсюда даже, ну, и не проебешь. Типа, тут все норм. Тут проебать точно невозможно, вот. Блять, мне реально интересно, а сколько тут этих этапов? Вот, ну, какую часть игры я прошел? Одну пятую, одну восьмую, одну десятую. Мне прям, ну, очень интересно. Потому что, ну, нихуя себе, как говорится. Так, давай мы тебя нахуй вон туда вон закатим, блядь, сейчас. Вот это, блядь, я закатил. Оп-оп-оп-оп-оп, удержали. Нормален, нормален. Хилимся, живем. Это что за хуйня там? Блять, какие шарики взрываются. Ёб твою мать. Так, ты, блядь, кати там по своей этой хуйне. А чё это такое реально? Типа, нахуя оно так? Да блядь. Ну вот эти хуйни, я понимаю, они будут толкать вперед все это. Блять. Надо как-то резко съебаться прямо сейчас влево. Оп. И еще раз резко влево. Оп. Это что, пингвины, блять, какие-то? Что это? Ёбаный в рот, это пингвины. Блять. Я понял, что нас может разъебать. Так. Давай мы сейчас с тобой дождемся, пока не... Опа-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 па. Хорошо. Блин, ну неплохо. Уровни прикольно сделаны. Теперь резко вот сюда. Ебать! Нет! Ебать, живем, живем, живем. Бля, кати его туда, нахуй. Ёбаный свет, пизда!
Застрянь. Сука, он посередине полетел. А, не, все окей. Надо мной, блядь, смиловались. Немножко заебался на самом деле. Что-то прям так все хорошо. И это очень хорошо, но в то же время как-то, ну, стрёмненько, что все хорошо. Так, мы сейчас вот тут вот пойдем. Оп. Пингвинчик. Бля, пингвинчика ноебали. И просто катимся. Оп. Чисто черкашом пролетел. Пингвинчик. Блять, вот это, конечно, да, вот это вот экшон. Тяжело там увернуться от... от этих... ёбаных, бобаных. Оп-оп-оп-оп-оп. Аккуратненько. Тут просто надо как-то, ну, подгадать момент... А хотя хуль тут подгадывать, блядь, я знаю, как я это сделаю. Мы просто берем, блядь, вот сюда его. Или хуй там. Давай еще разок. Оп. Все, блядь, толкнули, мы молодцы. Ну, теперь мимо... мимо... Все, блядь, легкое. Вообще не сложно, нахуй. Ну, накатывается хуйня и накатывается. Все. Говорю, легко. Это легко. Мы, кстати, уже почти дошли до следующего. Блядь, какое-то ледяное царство. Красиво, сука. Мы все ближе и ближе к Олимпу, получается. Или куда там? На какую? Блядь, нет. Это не Олимп точно. Я не помню, на какую гору это Сизиф катил хуйню свою. Аккуратно, не торопимся, вот так, спокойненько, оп. И все. Теперь вот сюда. Пробегаем. О. Все, легкое, блядь. Абсолютно. Да, все-таки придется на две части это делить. Потому что овер дохуя времени. Это хуй. Ебать, ебать. А что так скользко? Не-н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 е. Пизда как скользко, рил. Вот тут уже, ну, напряжненько будет.